О, вовремя. Всем привет, ребята, с вами Критика Цплей. Сегодня я играю в игру Гренни. Вышла обновка, я обязан вам это показать. Все как по-старому. Сегодня резюме и я сказала. Вот. На новом, погнали. Вышло много новенького. Реально вышло многого. И вы наверняка не поняли три бага важных, которые я вам показала. Сейчас я вам их покажу. Мы с вами узнаем, как правильно пройти Гренни. Тут, в принципе, ничего сложного. Теперь сложность состоит в том, что Гренни теперь здесь два респауна. Один внизу, а другой вверху. Вот в этом, ребята, сейчас состоит вся сложность. У нее эти два респауна есть. Вверху, на втором этаже и первом. Так что она тебя может спалить в любой момент. И зайти в твою комнату неожиданно, вот увидите. Раздот. Все, она ушла. Все. Ты куда пошла? Вниз, а, бабка? Все. Саманец. А, не, она пошла вниз. Еще прикол-то в том, что можно залезать под стол и под стул, под любое место. Вот взял, залез, и она тихер достанет. Это, к сожалению, неправда. Вот вам новая прелесть обновленной бабки. По идее, тут ничего скрипнуть не должно. И тут нифига нету. Фига и крутая. Мы кинемся. Ты такая черепаха, как она могла очень долго приходить? Валяй сюда, бабуля. Ты это наоборот над этой глупой ситуацией, которую я сейчас делаю. Тупо под стол. Тебе бы это вот такой, как в компьютерной версии, можно запрятаться под любые столы, и она тихо достанет. Вылезет эта тупая бабуля. Да она ржет над этой глупой шуткой. Давно ли ты стала раздать над глупыми сутками, а, бабка? Ты что, с ума сошла? Походу, она с ума сошла. Еще одна прелесть. Оба-на. Да, ребят, можно взять арбалет, не трогая его вообще. Это возможно. Оба-на. Быстрее надо. Если она вышла на улицу, да, это топ. Это не поможет выиграть. Но чуть без этого. Бля. Конечно, идти долго,
Ну, давайте попробуем реально рискнуть, все сделать. Останемся от сверху, все сделаем. Так, ты, бабуля, иди сюда побыстрее, пожалуйста. Вот видео, у бабки появилась новая музыка атаки. Блять, нахуя я выбросил, вот дура тупая. Опа-на, укольчик. Бабка, где? Сделаю. Все, пошли. Мне тут время терять нельзя с тобой, бабка. Играть с тобой тоже не хочу. Прям встала, прям вольняй отсюда. Падлакей. Весь хорошая и плохая. Почему плохая? Сейчас ждем бабулю. Появляется музыка, так что ты не перепутаешь, когда она появляется, не бойся. О, я сосую музыку, я сосую топот. Вот и я насумела. Какая же противная. Книжка показывает еще одно новое дополнение, которое появилось. Вы его все знаете, но от меня вы его не видели. Ну да, бабка, я не могу встать весь день. А хотя могу. Она может появиться откуда угодно, ребят, надо внимательно следить. Появиться сверху, пусть здесь вот может появиться сверху, снизу. Ну халэ, бабаля. Фу, харе, бабуля, выходи давай. Тебе должна показать всем анцелку. Ну, не антелку, а... О, видите ли, она вовсе снизу показалась. Где твоя пьяная бабка? Оба-на, 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 оба-на. Не нужно. Нужно. Так, для паука самое то. Погнали, канзельки. У меня канзельки этой. Мобы масса. А, побьюли, то есть... Давай, выходи оттуда. Ты противная бабуля. Ты чё, ну уходи отсюда. Где ты? Хорошо, хоть тебя вытолкала отсюда. Ладно, ребята, сейчас будет такой прикультик. Дай сюда. Она сама выйдет. Для этого нужно спуститься на первый этаж. И наверх сразу. Вот она. Бабуля. Куда попала? Куда ты собралась? Далеко ли собралась?
все зависит от моей реакции. Вот она, поползла и упала. Папка, это все твоих рук дело, это все из-за тебя. Я что-то пьянила. Вали отсюда. Дайте скину нафиг снизу. Ой, бабка, мы с тобой вместе полетели, но, к сожалению, я встала, а ты нет. Ха. Так. Пошли к пауку, я вам показываю еще одну секретную фигню оттуда. Одна из их лучших ютуберов. Так, кстати, давайте сделаем эту фигню прямо сейчас. Пошли за моим арбулетом. О, видите? Теперь я могу легко встать. Ну, теперь бабка просто так к нам не подойдет. Она то ли запищит, то ли заорет, то ли заклюет. Бабуля. Надо пытаться сделать эту фигню. Бля, мимо. Бля, только меня увидела. Сюда, иди сюда, 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 сюда. Бабка, так меня легко поймать, а? Ждем бабку, ясно. Я запрофигарила все. Блин, я что это бабка.
Я опустил виски, видели? Ладно, попробуем вот так. Меня не срать, я пойду к пауку. Уабана, видели? Все. Теперь он всегда такой. Ты фигана, мне надо. На, подавись. Что папку наверняка прифигарила. Она мне тут как раз и нужна. Нужно сделать эту фигню. Она пошла. Блядь, опять откатил. Вы видели, но получилось же. Блять, ты какая-то падла, почему туда-туда не идёшь, а? Блять! Вы видели, он специально мне это все сделал. А, бабуля! Эти пустыми. Вовремя.
Иди отсюда, мабуля. Ты прости меня, Сергей. Я прямо на бабку встал. Ты сваливайся отсюда. Надоело. Так, здесь пикнуть я. Тут так за херню. Есть. Да блядь! Чё? Что он, блядь, меня заморозил? Дебил. Арбалет нам теперь не нужен, у нас бегают здесь куцеруза. Здорово, музык. У него отвалилась голова. Такой неприятный человек. Молоток ты мне в колодце. Лабана. Ха-ха. Ну и бабка, как всегда, ты раздволиваешься, как этот, как кусочки. Дай пройти. Да блин! Это как это у меня получилось? Видите, я забагалась одновременно. Конец она свалила. Не говорите, что она не попадет.
Вы бессмертные сегодня. Кстати, появился. Луна появилась. Слышал, да, за бабка. Поздно. Ты прийти другое место. Yes. Давай, вливайся в бой. Есть. Да это как? Меня придавило доской. Зритель, ты был несчастный смутей. На 2 минуты на ты хрусо. Стоит это чуть-чуть. А тут свет включился, видели? Тут светлом больше стало.
Это не я. У бабки двигались спаунов. То ли тут, то ли вон там вверху. Но так она может выйти неосыданно. Вот так поможет тебя подвязать. И так и все. Ха-ха. Ха-хай! Это не взлепило на несколько минут. Тебя заско затроллили, ха-ай! Приходи сюда, бабуля. Бля, коробка невидимая. Я теперь могу делать все, что захочу. Отдай. Бабка, что ты мне делаешь? Что ты мне делаешь? Что ты мне делаешь? Ничего. А я текста полностью пуст. Это я тут все забрала. Так она как показывает, такая тупая, глухая, еще слепая, лимая. Она даже не идет. Она забила на это. Так. Насколько я помню, у меня должно быть где-то кусачки. Где я это бросила? Интересно быть вверху. Да-да-да. Какая-то любимая штучка. Папуля, ты где тут? Кстати, не было звука. На всякий случай. Да-да-да.
Надо забрать кусачки, я забыла. Давай, да где ты? Ты дебил! Ой, бля! Бабуля, только давай не отставай. Домика, там клюй, кстати, подлог. От этого домика. А зачем я приманиваю? Сейчас все увидите. Все, думаю, мне уже хватит. Бабуля, теперь я зато к тебе. Я даже круто посумела. Да, очень круто посумела. Да, затерестюр круто посумела. Прям пипец, как круто посумела. Теперь только тебя жду. На всякий случай. Бля, не получилось. И сотку помешал. Ну ладно, все равно убегаем. Да, я же говорила, домик. Через эти теренки искать надо. Ты сюда, дядя, сюда, бля. Ой, я прям передо мной вышла. Вот она, застеренка. Ну что, давайте пытаться. Ой, бля. Взяла, сама сломалась. Папка, ты меня удивляешь. Ой, вроде нашли все, что надо, теперь можно сваливать.
Должен быть красный ключ. Мастер Кирилл. Бля, вапанки. Но мне вот зоб не остался. Сами знаете. Это была сейчас ошибка. Хочу найти ключ, чтоб не пропасть, не пряча от нее, ее не проведешь. Грэнни, Грэнни, дай мне уйти, не беги за мною, меня отпусти. Ну же, Грэнни, Грэнни, дай мне уйти, не беги за мною, меня отпусти. Вот снова началась игра. Кровь капает вдруг с потолка. Закрылись двери, где же ключ? И кто из вас теперь могуч? Замахнется опять по башке, чтоб попасть. У тебя всего пять. Не чтоб тебе не пропасть, не прячься от нее, ее не проведешь. Грэнни, Грэнни.